Хотите взять займ, но не платить проценты? В этом видео я расскажу, где взять лучшие займы онлайн без процентов, которые проверены и без каких-либо подводных камней, а также без похода в банк. Это значит, что уже через 5 минут после просмотра этого ролика вы легко сможете получить деньги на свою карту. Давайте начинать. И мы переходим к первому сайту в нашем списке. Это Zymer Robot Online. Это микрофинансовая компания, которая первая в России полностью перешла на дистанционный режим работы и на данный момент времени является лидером МФО по выдачам в России. Zymer Robot выдает займ без скрытых услуг и комиссий. И это один из лучших сайтов на данный момент, который зарекомендовал себя с хорошей стороны. Здесь можно взять займ вплоть до 30 тысяч рублей. А если вы берете займ первый раз, то не стоит брать сразу большую сумму, например, максимальную в 30 тысяч. Вам ее могут просто не одобрить. Так как это ваш первый займ, то для начала лучше всего взять сначала 5, 8 или 10 тысяч рублей. В таком случае вы повысите шанс на одобрение займа. А требования для получения займа следующие. Подтверждать доход нет необходимости. Займы выдаются без поручительства и залогов. Подать заявку можно круглосуточно, в любой день недели. Чтобы получить займ в МФО Robot Zymer, необходимо просто заполнить анкету. Следующий сайт у нас это WebBankir, который позиционирует себя как надежная система электронного кредитования. Вам не нужно посещать офисы и не нужно связываться с операторами для уточнения статуса заявки. Все операции совершаются онлайн, при помощи компьютера или мобильного приложения. На официальном сайте компании указано, что можно получить срочный займ в день обращения и без поручителей, всего за 5 минут. WebBankir зарекомендовал себя быстрым одобрением займов и высоким процентом одобрения, а его главным преимуществом является удобство и простота использования. У сайта есть хорошие отзывы от клиентов, которые только подтверждают эту информацию. Вы сможете взять займ от 3 до 30 тысяч рублей, сроком от 7 до 30 дней. Требования к заемщикам здесь минимальные. Необходимо иметь гражданство Российской Федерации, постоянное место регистрации или место работы, а также наличие мобильного телефона. Процедура, по которой оформляется займ, несложна. Заемщик отправляет заявку, в которой указывает свои личные и контактные данные. А МФО рассматривает заявку и в случае одобрения отправляет заемщику денежные средства, чаще всего на банковскую карту. Следующий сайт в нашем списке – это организация Бериберу, которая предоставляет клиентам современный онлайн-сервис микрофинансирования. Они работают исключительно по стандартам Банка России и строго в рамках законодательства Российской Федерации. Для получения займа нужен только паспорт. Вы получите деньги в день обращения, всего за несколько минут, без необходимости посещения офиса и без поручителей. Вы сможете получить займ, даже если у вас были просрочки по кредитам, и это не повлияет на решение по выдаче займа, так как заявки рассматриваются автоматически. Получение займа доступно всем гражданам, имеющим гражданство на территории Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации. Если вам срочно нужны деньги здесь и сейчас, и вы не хотите нарваться на нечестные сервисы, то смело перейдите в описание под видео. Там собраны ссылки на самые проверенные организации МФО на данный момент, которые отлично зарекомендовали себя. Вы сможете быстро и легко получить займ себе на карту уже сегодня. Если это видео было вам полезно, то, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на канал. А также пишите свое мнение в комментариях.